У нас было либо выбираем ЛОО Краснодарский край, либо Астраханскую федерацию проводит. Я хочу сказать, что Российская шахматная федерация не ошиблась. Мы выбрали лучшее место, и Аслан Газизович имеет право. И мы хотим его поблагодарить отдельно за отличную организацию, даже в условиях сильнейших непогодных условий, когда идут ливни, штормы. Аслан Газизович справился, отличная организация, большое спасибо. Благодарим всех участников, судейскую коллегию, главного арбитра, международного арбитра Сафирова и директора турнира Шинчикова Николая Васильевича. Отдельное спасибо журналисту, корреспонденту из Москвы Евгению Потемкину, который снял вас всех, и вы все в интернете будете в телевизоре, вам будет показано. Он перед вами.